Сегодня жители края могут наблюдать редкое астрономическое явление – необычайно большую Луну. Ведь именно сегодня спутник Земли будет находиться на максимально близком расстоянии от нашей планеты – на 30 тысяч километров ближе, чем обычно. Большая Луна появится уже в 19 часов по местному времени, и наблюдать за ней можно до 6 утра. Это суперлуние астрономы называют главным в 2019 году. В определенные промежутки времени она приближается на минимальное расстояние, в определенные промежутки времени, наоборот, удаляется на максимум. Так вот, эти точки, если можно так обозначить, называются перигей и апогей. Это достаточно частое явление, причем вот два месяца, январское, февральское.